Итак, мы едем дальше из Тулузы, выехали из отеля, едем сейчас в город, как он называется-то, Ашин какой-то. В общем, где, короче говоря, родился Д'Артаньян, друзья, так что туда едем, в сторону Испании, одним словом. Сегодня солнечно, было ночью минус один даже, сейчас где-то плюс один, плюс два, ну, так тепло чувствуется. Плюс семь уже, да? А, вот уже плюс семь на нашей. Да? О, уже плюс семь, друзья, так что вот время идет уже 11 часов. Итак, мы едем в город Ош. Вот пока такой автобан идет хороший по бесплатной дороге. А, где родился Д'Артаньян? Туда вот. Сегодня к вечеру, думаю, будем, наверное, уже в Байоне. Такая вот хорошая дорожка. Вот так вот начинается торговля. Люди мерят свои места, у кого какая площадь, покупают кофе, раскладываются. Вот. Начинаем поездки на рынке блошиные. И там вот в белом павильоне тоже и торговые места. Так, мы уезжаем в город Ош. Смотрите, какая красота, друзья. Вообще прям красивый очень город. Проследуйте мимо этого светофора, а затем на следующем съезжайте с кольца по второму съезду. Вау, вау, вообще-то прям. Вот это, прям, друзья, попадаем сразу в Д'Артаньян Три Мушкетера. Вау. Так, 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 так. Сегодня воскресенье, никого нету. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Так, мы приближаемся. Сегодня воскресенье, город пустой. Никого нету. На развилке держитесь правой стороны. Поверните налево на дорогу бульвар Сади Корнат. А, все по-разному едут, да? Ну, да, обязательно. А ты можешь поставить памятник? Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, мы приехали к Д'Артаньяну. На родину. Так красивый такой замок. Вот, ребят, мне вот эти машинки все нравятся, такие красивые. Посмотреть будет интересно, что такие машинки. DS7. Тензы, Е-Тензы. И сейчас мы посмотрим, где родился Д'Артаньян. Да, в городе Ош. Так, так, так. Ух, какой, друзья, открывается перед нами вид на красивый замок. Смотрится он здесь, какая шикарная просто. О, смотрите, как красота какая. Ух, 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 ух. Сегодня воскресенье. Люди все в кафешечках сидят. Погуляем с поэтому. Городочку. Эти, ребят, все с свинцом сидят, кто-то с водички, кто-то с свинцом. Уже устрицы кушают. Как я уже говорил, мне уже сказали, что здесь люди все сидят на устрице с вином. В общем, такое, как наркотик. Вино с устрицами или устрица с вином. Разные, тут такая столько видов устриц. Море просто. Вот такая красота. Вау.
и все, пойдемте прогуляемся сейчас. Золотые ворота. Ох, какой парк. По этому пути, друзья, по которому мы едем через всю Испанию, Португалию, я ездил где-то году в 12-м. Давно очень. Я уже, конечно, проехался уже наоборот, на автодоме уже в другую сторону, обратно, только с другой стороны. Вот, и сейчас еще мы едем с приятелем по такому пути еще разочек, кружок такой дать, скажем так, где-то примерно 3000 километров плюс-минус, а то и побольше даже будет, 3,5. Посмотрим на красивый вид. Вот видите, как красиво смотрится со стороны. Вау. Ух ты, ё-моё, друзья, какая красота, вау, вот он город Ош, красивый. Ту-ту-ту. Ай-яй. Итак, мы идем к Д'Артаньяну. Нам идти 3 минуты. С какими-то китаяночками. Правильно идем, да? Может, туда вот сходим чуть-чуть? А, туда? Хорошо, туда. Так, не в этот переулок. Окей. Так.
О, ребята, какой красивый домик, смотрите. Вообще, какой-то старый, старинный. Сейчас я приближу. Смотрите, какой красивый домик. Вау, да? Такой интересный. Тудруат? Ну, как будто бы да. Эти узкие улочки. Надо сразу отходить. Так. Здесь? Да. О, друзья, где Д'Артаньян, мы не знаем. Ну, скорее всего, он готовит жил, там да? стол, пошел. Да, нам сейчас винца накроет, нальет вина, стол накроет. Вот здесь, друзья, жил Д'Артаньян. Вот. А вот, вот. Аршело. Тут таблички нету. Машинки стоят свеженькие, новые. Вот здесь у тебя где-то жил Д'Артаньян. Вот в этих вот домах, точка сюда ведет. Не знаю, дома эти, наверное, не с того века, когда еще он жил. Вот так. Вот, наверное, ребят, машина Peugeot, на которой ездил Д'Артаньян. Видите? Вместо лошади, ребят, конечно, понятно. Библиотеки? А, может быть. Может, наверное, закрыто, то есть сегодня воскресенье. Ладно, тогда выходим. На площадь. В общем, здесь жил Д'Артаньян. Классно. Немного прогуляемся. Мы идем в этот замок. Вот красивые такие улочки. Тут домик такой, да? Вообще. И вот он, вблизи. Слушай, что там? Пойдем сюда лучше. Прогуляемся. По этим улочкам красивым. Вот Ириш Рок. Опа, какие улочки, все зеленое. Ночью сегодня был минус один. Но днем, видите, тепло. Будега, ла будега, бодега. Винцо здесь разливают. Угу. Прогулочная улочка.
И вот видно, заканчивается. Улочки пошли вниз. О, какое здание красивое. Ох, красота. О, как. Вау. И вот иду к памятнику Д'Артаньяна. Какой тут вид открывается. Смотрите, красота какая. Спустились пониже. Красные бассейны. Без воды, правда. И вот он виднеется уже, Д'Артаньян. Вот он, Д'Артаньян, стоит. Красавчик. Так, да, точно, ребят, тут написано аж Д'Артаньян. Вот он, красавчик. Похож, похож почти на Боярского, да? Прям красавчик такой. Многие к нему приезжают, вот сюда вот встают на машинах. Друзья, мне понравилось. Смотрите, какой красавчик стоит Honda. Вот видите, у них чемоданчик с собой. Это надо все сюда заположить. Могут грабануть в любом месте, в принципе. Honda такая красивая, с вещами. Таскать все не будешь, но на нем путешествовать, конечно, можно проколоться где угодно. Но и воровать могут быстро. Красавчик. Друзья, кто на таких ездит, смотрите, какие у него тормоза интересные такие. Пуля. Да, двухместная пуля. Такая. И все, мы едем в городочек По. Выезжаем из города Ош, где родился Д'Артаньян. Погода улучшается. Уже, наверное, где-то 10 градусов. Очень даже жарко становится. Днем, видите, ночью минус один, а днем тепло очень. Выезжаем. Где-то через полтора часа будем уже на новом месте. И сегодня у нас такие планы — доехать уже до океана. До Биарриц. Вот мы по таким дорогам едем. Вау. Такие крутые повороты, виражи, серпантины. Вау! Вау! Ох, страшно! Может, чуть помедленнее, капелька? Такие серпантинчики. Ух. Бесплатные дороги, друзья. Франции. Девай, какая красота. Ух. Вот съехали наконец с этих серпантинов. Такие вот дороги. Сейчас все вымершее, потому что в воскресенье ехали через деревушку, городок, вообще никого нету. Тишина. Вот такие вот деревеньки приезжаем. Они вообще, конечно, мертвые прям. Никого нету. Пустые, пустые, вот только желтые фонари. И то они горят пока. Потому что светло. Машина, правда, ездит. Кафешки закрыты, магазин сегодня закрыт уже. Мы сегодня еще успели в Лидл зайти. В воскресенье он до обеда работает. До 12.30. И все. И до понедельника все мертвое. Помните, представляете, как люди отдыхают, да? Вообще все мертвое. Кроме кафешки, наверное, в городе ничего больше не работает. Спокойствие, только спокойствие. Вот в сторону Тарбиса едем. Но мы поедем в По. В Тарбис не будем заезжать. Продолжайте движение. Оп, сейчас летим. Прямо. Он
такая красотка стоит опять. Вот тут, кстати, ничего, небольшой центр. Симпатичный. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Плюс.